Теперь давайте добавим сюда надпись и добавим bevel на наш домик. А для этого мы нажимаем на этот объект и переносим сюда 3D курсор. Далее нажимаем Shift, Mesh, и тут точнее не Mesh, а просто выбираем текст. Так, я зайду в режим изоляции и включу вид сверху. Режим редактирования. Удаляю backspace весь текст. Нажимаю Ctrl-V, чтобы вставить этот текст. Я его скопировал, получается, в свои папки. Так, вот такой вот у нас текст получается. Чтобы его настроить, нам нужно перейти в зеленую такую менюшку. Буква А называется она. Сразу нужно left горизонт поменять на центр, чтобы он по центру стал. Дальше идем фонд. Выбираем ту папку. И выбираем тот текст, который нам нужен. Я имею в виду шрифт. А для этого объекта я, наверное, возьму какой-то болт. Так, сейчас что-то на них хочется писать. Болт, да. И сейчас какой-то выберу шрифт. Я думаю, какой-то... Какой? Давайте вот этот возьму. И нажимаю Open, и он открывается. А вы можете сами повыбирать какой-то другой шрифт. Я, наверное, остановлюсь на таком. А дальше заходим в Geometry. Параметр Extrude немножко крутим, чтобы добавить толщину. И параметр Depth тоже крутим, чтобы сделать bevel. Я думаю, такой будет достаточно. А выходим с режима изоляции и уменьшаем этот объект. Включаем вид сбоку. R зажатым контролом поворачиваем. Получается по X на 90 и по Z на 90. И вытягиваем его. А тут такой момент. Нам нужно, наверное, его сделать. Хотя, в принципе, он такой нормальный. Давайте вот эту вот табличку сделаем по Z чуть поменьше. А по Y чуть побольше. Вот так вот, допустим. Так. Также перемещаем сюда 3D курсор. Теперь выбираем наш текст. Правой кнопкой мыши Set Origin. Origin to Geometry. Shift S. Selection to Cursor. И вытягиваем его вперед. И вот так вот поставим его. А наш, получается, табличка чуть побольше должна быть. Вот так вот. Ну и все. В принципе, готово. Смотрим. Да, в принципе, окей. Хорошо, давайте теперь займемся бевелом. Начнем с верхней части. Во-первых, нужно нажать правой кнопкой мыши и сделать Shade Smooth. Это первое. Дальше добавляем bevel сюда. Давайте зайдем в режим изоляции. Я сразу ставлю 2 сегмента. Давайте лучше 3 на всякий случай. И amount в 0 убираю. Потом зажимаю левую кнопку мыши, зажимаю Shift и немножко кручу этот параметр. Я думаю, вот так вот будет достаточно где-то. Я не хочу большой bevel сделать. Думаю, так будет нормально. Так, теперь можно, если мы не будем добавлять сюда subdiff, мы можем нажать Shade Smooth, сделать Hard Normal, потом Auto Smooth и добавить сюда. И поставить тут галочку. У нас вот тут некрасивый шейдинг получается, поэтому Auto Smooth можно поднять до 60, либо до 120, там 90 и так далее. Можно до самого конца 180. Но, как вы видите, автосмус нам тут не очень помогает. Поэтому мы поступим по-другому. Мы автосмус отключим. Обратно вернемся в bevel и hard normal тоже уберем. И сюда добавим subdivision surface. Ну, я думаю, в 2 итерации будет достаточно. Хорошо, выходим. Получается, как мы это все будем в дальнейшем делать? Мы будем добавлять subdiff только в том случае, если у нас не хватает тут геометрии, если у нас шейдинг не очень красиво выглядит. Ну, давайте я вам на примере покажу. Давайте возьмем вот эти вот балки. Зайду в режим изоляции. Обязательно подтверждаю координаты Rotation Scale. И проверяю Face Orientation. Они у меня, скорее всего, вывернут. Да. Заходим в режим редактирования. Выбираем все. Shift N. Выходим с режима редактирования. И сюда добавляем модификатор bevel. Давайте я выключу face orientation. Так, тут у нас приблизительно такой же bevel должен быть, как и тут. Сейчас мы его скопируем. Получается 0.008. И сюда его добавляем. Обязательно, чтобы bevel был ниже, чем mirror. 3 сегмента сюда ставим. Shading, hard normal, shade smooth и auto smooth. В данном случае мы не будем добавлять сюда модификатор subdiff, так как у нас
шейдинг и так выглядит нормально. В каких-то случаях можно его добавить, в каких-то случаях можно не добавлять его. В этом случае я не буду его добавлять. Давайте теперь сюда. Подтверждаю также координаты. Автосмус сразу сделаю. Shade Smooth. Добавляю сюда Bevel. Такое же количество. Три сегмента. Шейдинг. Hard Normal. Режим изоляции. И смотрим, как это все выглядит. Выглядит отлично. Супер. Значит, мы это все оставляем. Идем дальше. Какие у нас есть? Ну, давайте домик. Возьмем домик. Хотя у домика тут, в принципе, не нужно делать. Поэтому домик можно и не делать. Сюда добавляем также модификатор Bevel. Такое же значение Amount ставим. Три сегмента. Shading. Hard Normal. Автосмус. Shade Smooth. То же самое. Автосмус. Shade Smooth. Bevel. Три сегмента. Shading. Hard Normal. Еще раз давайте повторим на этом объекте. Режим изоляции. Последовательность действий повторим. Сначала подтверждаем координаты. Rotation Scale. Дальше. Правой кнопкой мыши Shade Smooth. Автосмус. Далее идем в модификаторы. Добавляем модификатор Bevel. Ставим тут такое же значение 0.008. 3 сегмента. Шейдинг. Hard Normal. Все. Готово. Выходим с режима изоляции. Далее у нас вот эти вот круги. Shade Smooth. Тут, так как это объект у нас круглый, сюда будет достаточно добавить subdiff. Ctrl-A, Rotation Scale обязательно подтверждаем. И добавляем сюда subdiff. В одну итерацию будет достаточно. А далее вот эти вот объекты. Давайте сразу я выберу их и сделаю Shade Smooth. И потом в каждый зайду, сделаю Auto Smooth. Так, хорошо. А добавляем сюда Bevel. Давайте в режим изоляции, чтобы видно было лучше. Такое же значение у всех делаю. Три сегмента. Hard Normal. Из-за того, что у нас этот объект ломанный такой, траектория ломанная, у нас появляются вот такие вот артефакты. Легче всего их исправить тем же способом, которым мы делали раньше. Получается, Hard Normal мы отключаем, Auto Smooth отключаем и добавляем просто сюда Subdivision Surface. Тут можно в две итерации, можно в одну поставить, на рендере все равно у вас будет две. Выходим, сюда то же самое. Shade Smooth. Bevel, автосмус нужно отключить. Такое же количество amount, 3 сегмента и subdiff. Отлично, и сюда то же самое. Подтверждаем координаты. Bevel, shade smooth, 3 сегмента и subdiff. Отлично, выглядит супер. Хорошо, и теперь это дверь, допустим. Shade smooth. Подтверждаем координаты, модификатор Bevel, 3 сегмента, Amount, Hard Normal. Готово. С этим засовом то же самое, координаты, Shade Smooth, Auto Smooth. Кстати, я тут не проверил, я туда Auto Smooth не поставил, а все остальное стоит. Хорошо. А смотрите, как можно эти модификаторы перенести быстро и безболезненно. Есть один способ, но он будет работать только в том случае, если у вас на этих деталях нет никаких модификаторов. Если у вас тут будет модификатор Mirror, то модификатор Bevel, который вы отсюда будете переносить, он его просто подменит. Поэтому это работает не совсем так как хотелось нам. А допустим, я тут делаю Shade Smooth, Auto Smooth, и тут Shade Smooth, Auto Smooth. А потом я выбираю вот эти две детали, зажатым шифтом выбираю ту деталь, на которой у меня уже есть Bevel, и нажимаю Ctrl-L и выбираю Copy Modifier. Мы можем зайти, допустим, ну и немножко его подстроить, если нам нужно. Давайте зайдем в режим изоляции и посмотрим. Тут все у нас хорошо. Возможно, вот тут, кстати, amount нужно и поменьше сделать. Вот так вот где-то. Отлично. Давайте сохранимся. Ctrl-S.